Торонто мы приехали из Латвии, из Риги. И приехали втроем с моим мужем и сыном. Сыну тогда было 6 лет. Я приобрела новую профессию. Я закончила Хамбер колледж и университет. И теперь я работаю как registered nurse. Это моя профессия, которую я зарабатываю. То, что я делаю в театре, это как увлечение, бесплатно. Дело в том, что это была традиция дома. Когда я была маленькая, мои старики, бабушки, дедушка устраивали такие домашние спектакли. Когда родился сын, то как-то само собой получилось, что мы стали делать такие вечера, такие спектакли для него и для его друзей. Мы стали это еще делать для того, чтобы сохранить в семье язык, сохранить для него язык. Театр этот вот уже продолжается скоро 20 лет, и пока не видно конца. Масленица – один из самых древних праздников, один из самых красочных и веселых. Особенно этот праздник интересен детям. Вот, например, такому возрасту. Опять-таки, за эти годы мы имели возможность прикоснуться и к Пушкину, и к Куприну, и к Толстому, и к Бунину, и к более современной литературе. Вот сейчас мы опять делаем Хармса, и к иностранной литературе в переводе. Но мы делаем все на русском языке, ставим спектакли на русском языке. О будущем не загадываю. Наверное, скорее всего, хочу просто, чтобы все люди, которые были частью этого театра и частью этого театра являются, пронесли и вынесли из нашего театра в жизнь все, о чем мы говорили на этих подмостках. То есть о любви, о сострадании, о добре. Я верю, что так и происходит.